Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Всем привет! Отличный вечер сегодня, и футбол сделает его только лучше. Сделайте звук погромче. Вашим комментаторам есть что сказать. Сегодня для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Продолжается групповая стадия, и сегодня мы смотрим очередной ее матч. Захватывающий матч ждет нас впереди, Константин. Нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет, и терять очки тоже, поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Какой удар! Есть гол! Учитывая, что это только начало матча, можно надеяться, что он не последний. Еще раз голевую атаку давайте посмотрим. Много передач было. Устроили они такую тики-таку сопернику. И забил, как классно ушел из-под прессинга со стороны защиты и отправил мяч точно в створ. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Орбан. Орбан. Хорошо укрывает мяч. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Мяч все ближе к воротам. Вот он момент для удара, но защита на высоте. И заходит он с фланга. И может тут что-то получиться у них. Отлично действует оборона. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Денис Закария. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака эта сложиться. Опасно это может быть. Прошла передача, можно выходить к воротам. Молодец, чистая игра в отборе. Хорошо укрывает мяч корпусом. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Безупречная игра в своей штрафной. Шердан Шакири. Гранит Джака. Видмер.
Джердан Шакири. Варгас. Гранит Джака. Можно бить. Хороший момент тут может получиться. Перехват. Мяч переходит к другой команде. Ждут они в верный момент. Пока что хорошо держат мяч. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Денис Закария. Рикардо Родригес. Денис Закария с мячом. Они уверенно идут вперед. Мяч у них. А мяч уже у соперника. Вилли Орбан. Доминик Собослай с мячом. Собослай. Хорошо, он вперед идет. Ищет возможность для удара, судя по всему. Вот такую поддержку надо бить. И это было последнее, что они успели сделать в первом тайме. Впереди перерыв. Продолжается наш матч, второй тайм. Не получилось сохранить у себя мяч. Орбан. Вилли Орбан. Точно отдать не получилось. Теперь в оборону. Ворота все ближе. Это аут. Похоже, тренер считает, что нужно освежить игру. Так, неплохо. Есть гол. И теперь сопернику придется совсем тяжело. Он отстает на два мяча. Всю свою силу, похоже, он в этот удар вложил. Очень мощно по мячу зарядил и отправил его точненько в ворота. У голкипера не было никаких шансов. Не берущийся удар. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Собослай.
Орбан. Вилли Орбан. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Мяч потерян. Есть хороший адрес для передач. Посмотрим, что получится у команды с этим угловым. Замена будет. Пора новые силы выводить на поле. Мяч летит в центр штрафной. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выносит мяч защитник. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Партнеры поддерживают эту атаку. Без проблем проходит соперника. Бей давай, отыгрывайся! Великолепное спасение Яна Зоммера. С очень близкой дистанции был удар. Вернейший момент для гола, но вратарь круче всех сыграл. В центр штрафной подан мяч с углового. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Рикардо Родригес. Фабиан Шер. Гранит Джака. Штеффен. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Собослай. Хорошо, атака развивается. Не получилось перспективную атаку развить, потеряли они мяч. Есть варианты для развития контратаки, нужно играть быстрее. Рикардо Родригес. До конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Штеффен! Защита справляется с ударом. Гранит Джака. Сложно у него мяч отнять. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Собослай. Доминик Собослай с мячом. Повезло вратарю, что мяч не полетел в створ. Было опасно. Есть шанс развернуть контратаку. А теперь придется поиграть без мяча. Мяч все ближе к штрафной. Тут силовая борьба. Выручил он свою команду. Варгас. Ремо Фрёлер. Штеффен. Атака прервалась на подступах к штрафной.
Уверен, он с мячом идет вперед. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Штефен! Гол! Если у кого-то были сомнения, что разницы в два гола им не хватит, теперь их точно не останется. Повтор забитого мяча, на котором хорошо видно, как нападающий разобрался с обороной и как здорово обыграл своего опекуна. Отличная техника, отличное исполнение, прекрасный гол. На табло 3-0, это разгром. Финальный свисток арбитра ставит точку в этом матче. Для хозяев он сложился явно не так, как они планировали. Нечего им сказать друг другу. Каждый, кто сегодня вышел на поле, не сделал ничего, чтобы избежать такого унизительного поражения. Сегодня он был в отличной форме и вел команду за собой. Выдающийся матч для этого игрока. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.